credo. Да не, ты же соседняя папа. Посмотри, что ты не ну, ну ты произойдем. Здесь записи может не хватить. Да, да. Поэтому я их сам. Покажите, отсюда, да? Нет, вот, вот смотри, вот куда выстрел попал. Вот где-то отсюда, сзади забора. Где зеленая? Вот, где зеленая, да, вот где зеленая, вот второй этаж, где бильярдная, вот туда был первый взрыв, это выстрел, через замоканец. А машина где стояла? Машина вон там, где яма есть. Это где это? Где вот взорвалась? То есть большая часть тех, кто пострадал, они из-за взрыва машины пострадали, да? Да, да, все пострадали из-за взрыва. Ни один человек не пострадал по этому взрыву. Кроме того, что после взрыва вот их всех вывели. Так вам же главный вход в ресторан. Мы поднимемся тут. Давай сюда зайдем. Вот здесь люди сидели, отдыхали и произошел взрыв. Так. Те, кто ближе к окнам пострадали, да? Да, да, вот это где спаланы сидели. Здесь полный ресторан не выбирает. Да, вот телефон. Как я сказал, цветы, как желтые цветы, купил он, да, и лежат они на столе, который подарок сделал мне весь. А, покажите, куда снаряд попал. Снаряд, пойдемте наверх.
через окно, где я вам показал. Отсюда выстрел, он там вот застрял. Свет включить тебе здесь? Да. Сурагат, попроси, что здесь свет включили. Вон там есть рубильники, включи здесь свет. Если можешь. Вот этот проем, да? Да, вот смотри, оттуда он залетел через окно. Угу. И он туда застрял. Да, наверное. Я здесь спустись на второй этаж. Алло. Алло, что? Слушайте, нормально, где ты делаешь? Ну, что дело так получилось, да? Да, можно не скинуть, что не случилось, так, что происходит. Вот девочка, ты можешь даже у нее спросить там. Сейчас, одну секунду. Вы можете пока не делать, да? Мы просто здесь находились. Внутри, да? Да. Выстрел из гранатомета был один? Да, но мы слышали один. Один, а?
И от этого выстрела никто, никто не пострадал? Бильярдный, да. Наиля, он оттуда тоже пробил, да? Я тебе это говорила. А куда он влетел, непонятно. А вот же влетел сюда. Здесь застрял просто и все. Не застрял он. Она, по-моему, вот здесь. Вот смотри, он туда улетел, мне кажется. Да. Смотри. Это в какую сторону? Там тоже дырка вот. Да, да. Последний, да? Ну, взрыва ничего не было. Ну, понятно. Вас эвакуировали сразу, да? Ну, вывели? Когда? Нет, мы сами вышли. Сами вышли. Да, мы сами от первого взрыва когда. Да. Мы сами вышли. Мы за столом сидели и сами вышли. А кто-нибудь рядом находился, когда машина взорвалась? Мы здесь наверху были, первый взрыв. Нет, мы не видели это. А, машина мы взорвалась. Видели с машины. Нет, но мы не видели, имейте в виду, там был кто-то рядом или нет. Мы дальше стояли. Угу. Ну, рядом там только охрана была и милиция была рядом. Угу. Потому что людей там не было, людей не было. Все были кто в ресторане, кто в караоке. Это гостиничный номер. А вот ваш кабинет, который вы говорили? Наверху. Вся дорогая мебель, все здесь
один из лучших гостиниц республики, она была и ориентировочный ущерб установили? Вот сейчас должен приехать сюда эксперт, независимый эксперт. А мы сами, то есть следственный комитет вроде должен назначить экспертизу. Тоже говорили сегодня назначить. Ну давайте выше пройдем. От земной волны с петлями дверь разорвал. Ты тоже номер был? Да, это же постановочный. Пока мы не хотим это все убирать, чистить, пока эксперты не пришли. Здесь в основном стекла, да, повредились? Да, да. Так, ну, вот здесь вот, комната отдыха разрывается. Thank you.